В сентябре одна из семей потеряла дом в результате пожара. Жилище буквально вспыхнуло, как спичка. И все это произошло так быстро, что люди даже не успели опомниться. Когда пожарные вынесли из пылающего здания собаку, члены семейства не помнили себя от счастья и благодарности, но тут же задались вопросом: а где же наша Рая? Кажется, их любимой кошке повезло не так сильно, но не стоит огорчаться, и хоть выглядит все довольно мрачно, это не было концом истории. Когда семья поняла, что дом скрылся под разъяренным огнем, кошка уже исчезла где-то в языках пламени. Мы искали Раю повсюду, мы подняли всю мебель, осмотрели кровати, заглянули в каждый угол и в любое возможное место, рассказывает пожарный Рома. Но нигде ее не было. Собаку же почти сразу вынесли на воздух и дали кислород, поскольку она слишком сильно надышалась дымом. Это все, что смогли сделать пожарные для этой семьи. Они уехали из этого места, как и пострадавшие, ведь нужно было где-то искать жилье и родственников, которые могли бы их приютить. Только спустя 8 недель семья смогла навестить старый дом. Когда они приехали обратно, у них случился настоящий шок. Первой забеспокоилась собака Хлоя, она будто с цепи сорвалась, начав судорожно обнюхивать и рыть землю, от которой, казалось, все еще пахло гарью. Минута или две, и вдруг послышался тихий крик кота. Выманить животное из-под половиц людям удалось с трудом, да и то, только после того, как они раздобыли еду для него в качестве приманки. Когда темная мордочка показалась на свет, все были поражены, ведь это была их родная Рая. Она провела под полом 2 месяца жизни и потеряла половину своего веса из-за недоедания, но это была она. Владелец животного рассказал: «Эта кошка – чудо! Она находилась здесь в течение 2 месяцев без пищи и воды. И Хлоя просто нашла ее в этой дыре. Мы предполагаем, что она ела там пауков и прочее. Я думаю, это феноменально, что Хлоя нашла кошку. Это просто потрясающе. Она настоящая героиня», — сказал начальник пожарной службы. «Воля к жизни и настоящие друзья, иногда этого достаточно, чтобы справиться даже с самыми тяжелыми препятствиями. А вас поразила история Раи? Делитесь в комментариях».